Глубокоуважаемая Светлана Анатольевна, глубокоуважаемые коллеги, позвольте поблагодарить Организационный комитет за честь выступить на столь значимом симпозиуме, форуме пушкинских, как мы теперь это называем, пушкинских чтений, пушкинской осени. И, конечно, бы хотелось отметить, что в настоящий момент рак молочной железы и злокачественное образование женской репродуктивной системы по-прежнему лидируют в структуре как заболеваемости, так и смертности у женщин. И сегодня вот мы все блестящие, любимое слово, Лев Михайлович мне сегодня сказал, да, что мы все подтвердили, что, конечно же, в основе наилучшей иммунотерапии лежат принципы, основанные на мультидисциплинарном подходе, комплексном, прецизионном и, конечно же, прежде всего, пациент-ориентированном. Теперь в центре нашей мультидисциплинарной команды находится пациент. Он является... Я теперь буду уже даже ссылаться, Анна Игоревна как-то сказала, активным водителем, а не пассивным пассажиром. Он должен разделять ответственность за свое лечение вместе с нами. И только тогда мы придем к тому, что правильному пациенту будет в правильное время назначен правильный препарат. Потрясающее совершенно выражение, которое я услышала на АСКО. Если хочешь идти один... Идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Вот наша мультидисциплинарная команда позволяет сделать все возможное, чтобы и онкологи, и патологи, и хирурги, клинические онкологи, ассоциированные специалисты, эндокринологи, кардиологи, мы вместе делали все возможное, чтобы наши пациенты жили долго и жили качественно. Еще в прошлом году... Мы говорили, что иммунотерапия возможна для всех пациентов с различными солидными опухолями, за исключением рака молочной железы. Но вот сегодня, если посмотреть на то количество клинических исследований, которые проходят в мире, на сайте clinicaltrial.gov вы можете убедиться, что при трижды негативном раке молочной железы изучаются такие молекулы, как atezolizumab, анти-PD-L-ингибитор, анти-ПД-ингибиторы, пепролизумаб, и это для трижды негативного рака молочной железы, а для HER2-позитивного рака молочной железы комбинации анти-ПД-ингибитора в комбинации как с иммуноконъюгатом ТДМ, так и с комбинацией двойной пертузумаба с трастузумабом. И если вот посмотреть сейчас, как вести правильно больных, какой алгоритм выработался для лечения пациентов трижды негативным раком молочной железы, это, пожалуй, единственная такая наиболее значимая иммунокомпетентная опухоль среди всех биологических подтипов рака молочной железы, то у нас с вами три пути. Первый путь – это прежде всего мы должны, если есть генетические, значит, наследственно отягощенный анамнез, определение BRCA мутации и определение этой мутации, носительство этой мутации пациентов группы риска. Это первая дорога. Вторая дорога, соответственно, для определения PD-L-экспрессии в микроокружении. Это второй путь. И третий путь – это монотерапия. При отсутствии PD-L-экспрессии и при отсутствии BRCA мутации. Потому что пациенты с трижды негативным раком молочной железы потрясающе отвечают на любую химиотерапию в монорежиме. Но эффект длительности этой химиотерапии будет кратковременен. Поэтому для комбинированной, как бы мы ни хотели усилить эффект, основанием является только висцеральный криз. И если вы обратите внимание вот на те все исследования, которые проводились ранее, только использовался один комбинаторный партнер. Это либо капицитабин, который мы можем использовать в монорежиме, либо эрибулин, либо гемцитабин или винорельбин. Но все в монорежиме. Вот это вот основной тренд. Да? У нас три основных пути. И один из этих путей, если мы говорим о монохимиотерапии, дорожка. Но вот наличие PD-L-экспрессии открывает нам возможности для проведения иммунотерапии. И вот на ЭСМО в прошлом году были представлены совершенно потрясающие результаты по увеличению общей выживаемости до 25 месяцев по сравнению с 15 месяцами на группе только монохимиотерапии напоклитоксела в группе пациентов с PD-L-экспрессией. И сейчас, если так вот звучит регистрация на
на государственном сайте регистрации лекарственных препаратов ГРЛС, трижды негативный рак молочной железы, прежде всего показания, это комбинированная терапия неоперабельного, местно распространенного или метастатического трижды негативного рака молочной железы у взрослых пациентов в комбинации с напоклитокселом для, соответственно, тезолизумаба, при наличии экспрессии PD-L1 более 1% на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующих ткань опухоли. И комбинация выглядит следующим образом. Атезолизумаб назначается в дозе 840 мг внутривенно в первые 15 дни в комбинации с напоклитокселом 100 мг на метр квадратный внутривенно первые 8 и 15 дни. Продолжительность цикла составляет 28 дней от начала цикла. Собственно, почему был избран напоклитоксел? Потому что в сравнении с паклитокселом было продемонстрировано, что мы четко знаем, что эффективность иммунотерапии снижается в комбинации кортикостероидов. И вот для напоклитоксела не требуется назначение высоких доз кортикостероидов. И в первичный анализ выживаемости без прогрессирования в общей популяции больных выявил статистически достоверные различия. Но эти статистически значимые различия выживаемости без прогрессирования были более значимы в популяции больных с наличием экспрессии PD-L в микроокружении. Определен на основании шкалы CPS. И, соответственно, результаты промежуточного анализа общей выживаемости продемонстрировали вот то, что мы говорили в начале, увеличение общей выживаемости до 21 месяца по сравнению с 17 месяцами. И самое важное, что вот хотелось бы отметить, что мы всегда обращаем внимание на тех пациентов, вот именно на те хвостики кривых выживаемость. И мы видим, что на иммунотерапии это свойство в целом иммунотерапии. Пациенты, ряд пациентов являются долгожителями. И вот для трижды негативного рака я еще раз подчеркивала, что это, как правило, молодые женщины с высокой вероятностью висцерального метастазирования, метастаза в головном мозге, характеризуются крайне неблагоприятным прогнозом. И здесь вот есть возможность и вариант получить достаточно значимые результаты. И кто выигрывал вот при назначение данной комбинации в первой линии. Это пациентки с метастазами в печени. Те пациенты, которые в адъюванте могли получать предшествующую терапию токсанами, и в том числе, конечно же, прежде всего, с PD-L-экспрессией. Глубина и продолжительность объективных ответов была выше в группе пациентов с PD-L-экспрессией. И если говорить о профиле безопасности, то он прежде всего определялся, токсический профиль определялся прежде всего атезолизумабом, иммунологическим компонентом. И если посмотреть внимательно, а мы всегда обращаем внимание на наиболее значимые осложнения пятой степени, на которых, в принципе, что может являться наиболее клинически значимым при проведении данного вида лечения, это прежде всего аутоиммунный гепатит, это может быть, соответственно, септический шок и печеночная недостаточность, те осложнения, которые привели к неблагоприятным исходам. Ну и наиболее распространенные осложнения, они в принципе, в ряде случаев были связаны в целом с самим профилем напоклитоксела, но и усугублялись в ряде случаев, когда добавлялся атезолизумаб. Поэтому, если говорить в настоящий момент, что, собственно, важного произошло в лечении рака молочной железы, метастатического рака молочной железы, то прежде всего, конечно же, перед нами открываются новые горизонты. Это возможность проведения иммунотерапии, и в том числе и возможность проведения ПАРП-ингибиторов, если мы говорим о трижды негативном раке молочной железы, комбинация иммунотерапии. Мы сейчас активно обсуждаем необходимость комбинации иммунотерапии как с таргетной терапией. Это может быть и HER2, анти-HER2 терапии, ПАРП-ингибиторы. И, конечно же, это тестирование в рутинную практику. С помощью сейчас это проводятся программы «Онкогеном»,
это работает, и в нашем центре это работает, и по этой программе достаточно хорошо отработана. Мы получаем, соответственно, код, и наши патологи нам дают результат о наличии PD-L-экспрессии, и это является основанием для проведения иммунотерапии. И, конечно же, участие в клинических исследованиях предпочтительно для больных опухолями репродуктивной системы, в данном случае рака молочной железы. И иммунотерапия гинекологического рака, опять-таки, наверное, в прошлом году мы и не могли говорить, потому что у нас не было показаний. Светлана Павловна, Татьяна Юрьевна, рассказывайте о том, на основании, где мы имеем регистрационное удостоверение. Потому что в следующем году здесь уже будет стоять другой докладчик и говорить то, что появилось нового на основании тех регистрационных исследований. И если вы обратите внимание, то в настоящий момент только один. У нас вот мне очень понравилось, Алексей Викторович сказал, что компания, а у нас есть треугольник. Это фармкомпания, прежде всего, пациент и врач. И вот фармкомпания соревнуется, кто же быстрее придет на финиш с тем или иным препаратом. И в данном случае у нас два, как сказать, победителя для рака молочной железы, это тезолизумаб препарат, а для гинекологического рака в данном случае пембролизумаб. И вот по тому регистрационному удостоверению, которого я, собственно, когда сидела, специально скачала, вырезала и ставила на слайд, соответственно, это пациенты, все пациенты с микросателлитной нестабильностью, в том числе это в данном случае рак эндометрия, если говорить про нашу тему доклада, и пациенты раком шейки матки, также это пациенты с наличием PD-L-экспрессии, предлеченные пациенты могут получать данный вид лечения. Конечно же, вот можно провести параллель, может быть, это совсем некорректно будет, но вот плоскоклеточный рак головы и шеи и рак шейки матки, казалось бы, это вот где одно, где другое, но в чем-то они похожи, это прежде всего иммунокомпетентные опухоли, и в данном случае вот это вот такая вот... иммунокомпетентность прежде всего связана с инфицированностью вирусом папилломы человека. И для первой линии, и, к сожалению, наверное, вот все, кто работает с данной категорией больных, понимают, какие это тяжелые пациенты. И вот по тем рекомендациям, которые существуют сейчас, вы посмотрите от экзентерации малого таза, химиотерапии две линии и симптоматическая терапия. Да? Потому что эти пациенты действительно очень тяжелые. В ряде случаев это почечная недостаточность, кишечная непроходимость, крайне неблагоприятная группа больных. И возможности, тем не менее, лечения данной группы пациентов расширилось. И в первой линии, конечно же, это комбинация на основе препаратов платины и токсанов, а во второй линии предпочтительно назначение пембролизумаба пациентов с PD-L-экспрессией и также для пациентов с микросателлитной нестабильностью. Исследования, которые легли в основу, это исследование Киноты. Вот буквально несколько слов. Это исследование, которое было выполнено в рамках первой Б-фазы. И здесь режим терапии пембролизумаба составлял 10 мг на килограмм каждые 2 недели. Максимальная длительность терапии составляла 24 месяца или до подтверждения радиологического прогрессирования, то есть до прогрессирования по данным компьютерной томографии, или решения исследователя, или отзыва пациентам согласия. При прогрессировании заболевания, вот что интересно, у пациентов с ранее отмеченным эффектом, соответственно, это частичный регресс или полный регресс, возможно, повторное назначение пембролизумаба до 1 года. И, соответственно, оценка эффекта, ну, стандартно проводилась по критериям RECIST. Первичная конечная точка – это объективный ответ, и вторичная конечная точка – это выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Профиль пациентов, который принимал участие в данном клиническом исследовании, он достаточно стандартен. И, тем не менее, вот, соответственно, мы увидели ответы на проводимую терапию. Здесь контроль над болезнью составил 30%.
пациентов. И более так, подробно, частичный ответ получен был у 4 пациентов. Медиана времени до ответа 1,9 месяца с максимальной продолжительностью 8 месяцев. Медиана длительности ответа 5,4 месяца. Выживаемость без прогрессирования 6 месяцев полугодовая от 21% и 12 месяцев у 4%. Медиана общей выживаемости 11 месяцев максимальной 15 месяцев. И 12 месяцев пережили 40% больных. И токсичность здесь, в принципе, свойственна была тому препарату, который проводилось. И что здесь еще вот из тех побочных эффектов, на которых я обратила внимание, что среди значимых побочных эффектов, в том числе наряду с протеинурией, колитами, нейтропенией, сыпью, соответственно, наблюдался синдром острой полирадикулопатии. И что еще важно, вот еще одно исследование, это исследование баскет-корзина, когда всем пациентам была предоставлена возможность проведения препаратами анти-ПТ, в данном случае пембролизумабом. И вот из этой корзины были отобраны те пациенты, страдающие раком шейки матки, и проанализированы. В данной группе пациентов пембролизумаб назначался 200 мг каждые 3 недели в течение 2 лет или до прогрессирования или неприемлемой токсичности, ну или, соответственно, решение исследователей отзыва о согласии пациента. Первичная конечная точка – частота объективного ответа, и вторичная длительность ответа – выживаемость без прогрессирования, общая выживаемость. И что в итоге мы в этом исследовании получили? Ну, основным, конечно же, критерием, который использовался и оценивался и у пациентов с онкогинекологическим раком, в основном это критерий и для рака молочной железы, это комбинированная шкала CPS, где экспрессия PD-L определялась не только на опухолевых клетках, но и соотношение PD-L-экспрессии на микроокружении, макрофагах, соответственно, лимфоцитах и других группах клеток. И что хотелось бы отметить, что, соответственно, частота контроля над болезнью составила более чем 30%. Выживаемость без прогрессирования в 6 месяцев составила 25%. И важно, что медиана общей выживаемости составила 9,4 месяца. А здесь вот, соответственно, представлены графики. Общая выживаемость медиана, ну, где-то вот 9,4, вот она вот здесь вот проходила, общей выживаемости. Ну и объективный ответ, и длительность ответов была выше у пациентов с PD-L-экспрессией. А безопасность, опять-таки, основными побочными эффектами, которые наблюдались у пациентов, это связанные с иммуноопосредованными осложнениями. И таким образом, из 98 пациентов, включенных в исследование, страдающих плоскоклеточным раком шейки матки, здесь частота объективного ответа составила 12% у 3 пациентов, полный ответ, а это предлеченные пациенты. Все объективные ответы были получены у пациентов с PD-L-экспрессией, и медианная длительность ответа не достигнута, и характер нежелательных явлений не отличался от такового от других солидных опухолей, несмотря на то, что это достаточно тяжелая группа пациентов. И вот, соответственно, микросателлитная нестабильность, я думаю, Гульфия Митхатовна более подробно расскажет об этом в своем докладе. Но что хотелось бы обратить на что внимание, что наиболее частая встречаемость наблюдается при раке эндометрия, колоректальном раке, в данном случае при раке толстого кишечника, синдроме Линча, в 3%, которые встречаются в 3% случаев, прежде всего колоректального рака, при раке желудка. Затем с большим отрывом идут рак надпочечников, карциносаркома матки, рак шейки матки, опухоль Вильмса, мезотелиома. Еще крайне-крайне редко, около 2% и меньше. Это рак пищевода, рак молочной железы, светлоклеточный рак почки, цистоденокарцинома яичника и холангиокарцинома.
И если мы обратим внимание вот на эту последнюю шкалу, это вот, соответственно, рак эндометрия, то посмотрите, порядка 31%, у 31% больных может наблюдаться микросателлитная нестабильность. И из 14 пациентов, которым проводилось лечение пембролизумабом, у 5 был достигнут полный ответ с максимальной продолжительностью до 17 месяцев. Причем, если посмотреть, обратите внимание, да, здесь кроме колоректального рака, кроме, соответственно, холангиокарциномы, были пациенты и раком желудка, и раком поджелудочной железы, извините, рак молочной железы, да, 2%, причем продолжительность ответа составила до 15,9 месяца. Рак предстательной железы, да, 1%, но тем не менее ответ был вот этой группы пациентов. И, конечно же, микросателлитная нестабильность – это является значимым предиктором ответа для пациентов с солидными опухолями. Мы сегодня действительно в ряде случаев имеем инструмент, который дает нам в определенные случаи наибольшую гарантию ответа на терапию, особенно если это касается онкогинекологического рака. И что хотелось бы отметить, что вот исследование второй фазы, 86 пациентов с 12 видами злокачественных опухолей с наличием нарушений репарации ДНК, определенным методом полимеразно-цепной реакции, данный вид микросателлитная нестабильность определяется как полимеразно-цепной реакции, наши патологи дают нам ответ, так и молекулярной генетики. При отсутствии микросателлитной нестабильности по данным иммуногистохимического исследования, это не означает, что ее нет. При молекулярно-генетическом исследовании, особенно если пациент относится к группе риска, мы можем обнаружить данную микросателлитную нестабильность. Нарушение репарации ДНК. Все пациенты до включения в исследование получали как минимум один режим терапии с прогрессированием. Наиболее частой опухолью был колоректальный рак. Кроме того, были другие злокачественные опухоли, в том числе и эндометриальный рак. Около 1/3 пациенты среди когорты с неколоректальным раком. Наличие синдрома Линча было диагностировано у 32 пациентов в 48% случаев. При наиболее частой была мутация MSH2. Полный ответ достигнут в 21% случаев. Из них, значит, это половина пациентов была с колоректальным раком, остальная половина – это пациенты с неколоректальным раком, и при синдроме Линча в 46% случаев, без синдрома Линча – в 59% случаев. У 11 пациентов с полным ответом, которые получали пембролизумаб в течение 2 лет, при медиане времени без терапии составило 8,3. Не было отмечено признаков рецидива заболевания. Выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Здесь мы видим, как пациенты и те, кто ответил, переходят на стадию плато. И, конечно же, показатели эффективности у пациентов с микросателлитной нестабильностью в исследованиях KEYNOTE-158 и исследования KEYNOTE-164 продемонстрировали достаточно значимые ответы и продолжительность и общую выживаемость у тех пациентов, у которых была микросателлитная нестабильность. То есть это действительно важный инструмент в наших руках, который позволяет выявить наиболее группу с потенциальным ответом на иммунотерапию. И уже подводя итог, вот если взять в целом, как изменилась наша рутинная практика, и она должна меняться в этом направлении, то, конечно же, тестирование на PD-L-экспрессе, герминальную мутацию, микросателлитную нестабильность, нарушение системы репарации ДНК должно входить в нашу рутинную клиническую практику. Благодаря именно этим маркером мы сможем выявить потенциальную группу с наибольшей вероятностью ответа на иммунотерапию. И речь в данном случае идет о пациентах, которые о долгожителях. И в ряде случаев мы можем эффективно контролировать болезнь. И еще раз, конечно же, хочу обратить ваше внимание, что участие в клинических исследованиях предпочтительно для пациентов данной группы больных. Благодарю за внимание.